мы все еще живы. Мантис, мне кажется, мы сделали что-то. Но я не вижу Дракст. О, супер. Ничуть не страшно. Стойте, смотрите. Спорим, я добегу первой. Что, зверек, не терпится побить отца? Боишься моей победы? Я боюсь, что ты не улавливаешь цель моего урока. Всегда смотри, что вокруг. Ну и что же? На этих стенах начертана история нашего народа. Это просто сказки. Побежали. Это не просто сказки. Проверим, насколько ты внимательна. Погоди, у меня зверек. Дракс, подожди! Такое чувство, что нам намеренно мешают добраться до Дракса. Может, это Дракс не хочет, чтобы мы добрались до Дракса? Они пробирались к центру, и нам нужно туда же. Я пытаюсь, это место лабиринт какой-то. Он и есть. Я в курсе, что это лабиринт. Здесь на стенах тоже сплошные кольца, как на тех надгробиях. Это кататианская письменность? Стены сплетения слов. Ты же можешь их прочитать, да? Что там написано? История исчезнувших истин. Вряд ли владеем временем читаться во всем. Дружище, постой! Последователь пустоголовых. Здравствуй. Я слышу тебя. Просто пешки в партии, подготовленный противник. Есть идея получше, выкладов. Даже если мы его догоним, дальше-то что? Я что-нибудь придумаю. Налево зверёт. Спутник сдался. Слова слабы спасти. Ты только разглагольствуешь. Вон там, смотрите. Эй, почему ты первый? Потому что я твой папа. Ты опять играла в мамином саду? Я охотилась. Носом в землю? Нет, я гналась. Я просто не успела. Лишь глупцы рвутся вперед. Охотник выждет, улучит момент. Дракс. Папа? Ты чего? Дракс, Камария, пора домой. Какого габуна? Да, зверек. Мама ждет. Искуситель изворотливый, выпусти на волю! Вот это то и страна ос. Это еще что? Творение тени, истребите источник, покуда я прокладываю. Они выходят из этих гнезд. Червем меньше!
сейчас все будет! Да я ничего не взрываю! Нам точно стоит идти за Драксом в этот портал? Удалось ухватиться! Вас втянут внутрь! Остыв руки! Все в порядке? Смотря о чем ты. Кажется, мы знаем, что не подпускает нас к Драксу. Вы видели вместилище его воли? Та черная штука. В моем обещании тоже было что-то похожее. Это ж... жена Дракса. Я так думаю. Ховард. Значит, это его дом. Не спешили вы что-то? Только глупцы спешат. Любимый, идем же в дом. Дракс, брат! Глупо говорить с глухим. Не лезь, хорошо? Я разберусь. Да брось, бугай! Я знаю, ты слышишь. Не ходите за мной. Мы теряем его. Ты забыл меня? Звездный борт, помнишь? Мы все здесь. Ты сможешь побороть это, Дракс. Давай, здоровяк, не оставляй меня с Квиллом. Я есть груз. Дракс, ужин стынет. Смирись, это не Ховард. Как бы ты ни хотел. Ты не знаешь, о чем просишь. Вот чёрт! Опять 25. Ясно! Найти и уничтожить, как и в прошлый раз! Вась пытается прикрыться! Спешите! Силюсь держать её! Прекрати притворство! Всем зажмуриться! Нигде! Мять его! Может, это не так уж и плохо? По крайней мере, обещания тут не наблюдается. Это эхо эпох. Пространство пустоты. Ни слова не понял. Шаман недоделанный. Ладно, народ, рассредотачиваемся и ищем выход. Или вход. Короче, что-нибудь. Умру в темной яме, проиграю пари. Пари было про один в темной яме. И если оба умрем, мне денег не ведут. Матис! Помоги! Ай! Ракета! Я себя ущипну! Там, смотрите. Поверить не могу, у тебя получилось. Пошли. Он еще не совсем потерян. Я в этом уверен. Надеюсь, что по части речей ты сегодня в ударе. И я на это надеюсь. Зачем вам все это? Забудьте обо мне.
Доверься нам, Дракс. Мы хотим помочь. Уничтожив мой дом? Наивное неведение. Просто позорный прием. Сгинь ты, Шекспир. Мы сами тут. Да брось. И ты будешь торчать в этой дыре? Я бы сошел вглубь Сардута, чтобы быть с моей семьей. Дракс, милый, пора за стол. Слушай, я не спорю. Сними твое сердце. Они для меня важнее всего. Моя Ховат была самой отважной спутницей на свете. Она была сам мир даже в военную пору. Моя Камария. Невинная лань Камария. Девочка была так хрупка, хоть взяла все лучшее от нас. Они обе были. Питер Квилл, если моей семьи нет, что это передо мной? Не знаю. Они не живые. Это не к добру. Наваждение нам, питаемое печалью. Без этого, с чем я останусь? Не хочу быть снова один. Ты не один, друг. Мы с тобой. Мы все теряли близких. Тебе станет легче, если окружишь себя друзьями. Я ведь Грут. Грут изъяснился слащаво. Сделай вид, что я перевел это. Мы команда. Папа? Все хорошо? Иди к нам, Дракс. Это не она. Тебе больно, папа? Не молчи, милый. Мы с вами многое успели. Я ни о чем не сожалею. Любить и чтить я буду вас всегда. Ну что, здоровяк, порядок? Я в здравом уме, благодаря вам. Но я должен извиниться за свою оплошность. Эй, ничего ты не должен. Мы все не безгрешны. Это типа наша фишка. Что ты помнишь? Тьма сгущалась с каждой ложью, которую я принимал.
Пока я оставался с семьей, уверенность в том, что я не уйду, укрепилась. Питер Квилл, твое дитя в беде. Теперь я знаю, что это за боль. Мрак может поглотить ее полностью. Я не допущу. Действуем осторожно. На пути к ней целая толпа обращенных. Еще ботва-то черная. Объясните мне, как небритый бродяга не подавился, когда ее слопал? А вы заметили сходство между ними? Она доля души. Идем. Эй, Златовласка! Может, объясни, что тут только что произошло? Время вышло.